Привет, друзья! У меня сегодня вторая версия цветов. Классический будет сегодня рецепт, как многие знают, с моцареллой, с ачугой. Будет мука, взбитая с газированной водой. Я буду все показывать. Ну, естественно, будет масло для того, чтобы мы это делали все во фритюре. Сейчас мы приготовим муку с водой. Оставляем в холодильнике и потом будем заниматься цветами, как вы уже знаете. Еще раз пройдемся. Мука, цветочки, аличи, ачуга, анчоусы, моцарелла и вода газированная. Хорошо мешаем водичку и муку. Должна быть такая хорошая жидкая масса получиться. Девочки, смотрите, вот такая должна быть получиться штучка. Вот видите? Теперь накрываем пленочкой и в холодильник. И занимаемся цветочками. Еще раз берем цветочек. Кусочек моцареллы. Сюда. Теперь кусочек ачуги. Сюда. Там футбол идет у нас. И вот так вот заворачиваем. Вот видите? И вот такая пуля получается. Снаряд. Берем цветочек. Порванный, ничего страшного. Моцарелла. Рыбка. И все закручиваем. Старайтесь, конечно, не рвать. Чем целее, тем лучше. Ну вот, собственно, что у меня получилось. В принципе, неплохо вроде бы как смотрится. Но посмотрим, будет ли это вкусно. Вот, я уже достала из холодильника. Вот это вот, я не знаю, как это, что, куда мы будем макать. И масло подогревается. Окунаем хорошо. Чтобы у вас ничего там не раскрутилось. Я, по крайней мере, стараюсь. И во фритюр. Берем. Окунаем. Сандра, как это называется? Como se llama questo? Сандро, como se llama questo piatto? Zucchini a pa... no, pa... Пастелла. Пастелла. Баста. Вот так готовится. Не знаю, что это будет, что-то я очень сильно переживаю, что опять мне очень получится. Вот у меня первая партия. Достаточно красивая. Скоро буду пробовать. Facciamo assaggio. Così, oggi tutto... Oggi tutto alla rovescia. Sì. Cominciamo dalla prima, sì, lì c'è... e andiamo sì. Al principio. Dai, allora. Davai, così, senza che non abbiamo fatto niente ancora. Allora, che mangi? Pio, uno. Sì. Alici. Alici. Di zucca. Mozzarella. Alla pastella. Alla pastella, pastella. Con la pastella. Con la sì. Pastella fuori, ecco, la pastella è quella fuori. Dai. Mangio. Ah. Sono andato al cuore dentro, via tutto qua. Buono! Ma veramente buono? No. Dimmi, è vero che più... è vero che più buono di ricotta? È più buono di come? Oh. Di ricotta. Buono, buono, anche la pastella è buona. Va bene, perfetto. Buon appetito. Buono. Adesso arriva tutto il resto. Bisogna cominciare a finire, perché sennò sì, sì, sì. Fermo. No, 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 dai, 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 dai. E così sono venuti buoni. Buono, buono. Mm. Da 1 a 10, la verità, la verità. 10. Cosa manca? Lo so che, troppo sale. No, un po' più cotti. Ancora più cotti? Più cotti. Più croccanti. Più croccante. Oh, va bene. Вы слышали, меня покритиковали, сказали, что нужно сделать, чтобы они были более хрустящие.
Siccome tu mi hai fatto rimettere a cuocere, commento che non era così perfetto, cosa abbiamo fatto? Sì, abbiamo messo di nuovo in olio. E l'abbiamo fatto abbrustolire un po' di più. Sì, e adesso? Lo sentiamo subito, ecco. Intanto testiccano ovviamente i molti croccante. Tifosi dello Slavia Praga. Adesso? Come deve essere, giusto? Meno male. A puntino. Perfetto. Adesso è proprio bello. Va bene. Ti lascio mangiare con calma.